выборе профессии, если вы заговорили про возраст, то должны думать в первую очередь родители, когда ребенок еще совсем маленький. А если серьезно, конечно, думаю, что начиная уже со средних классов, 6, 7, 8, к этой теме надо потихоньку подбираться. И сегодняшнее мероприятие для учащихся 8-10 классов, как не есть, точно попадает в возрастные рамки.